Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова и обзор пустых баночек, целый пакет за месяц май. Получилось 25 баночек от Oriflame и одна баночка не Oriflame на 305 бонусных баллов по цене каталога на 19479 рублей, а со скидкой 20% 15583 рубля. И тот отдельный продукт, с которого мы сразу и начнем, это шампунь. Он стоит сейчас 2122 рубля, а я его покупала, по-моему, за 1200 рублей. Покупала, даже не покупала, а я его поменяла на 3 туши 5 в одном, и для меня это был очень выгодный обмен. Конечно, почему я этот шампунь купила? Я делала кератиновое выпрямление волос, и мне порекомендовали хотя бы первый месяц мыть специальным шампунем именно того производителя, на основе, на базе которого мне делали кератиновое выпрямление. В общем-то, я послушала людей, купила этот шампунь, потому что профессионалы зря не скажут, и ни на секунду не пожалела. Если честно, это самый лучший шампунь в моей жизни. Я даже не знаю, как прочитать название, но название будет в описании под видео, вы сможете зайти на сайт производителя и посмотреть этот шампунь. Он очень крутой. Во-первых, у него красивый дизайн, удобный дозатор и минимальный расход. Но самое главное, это не его вот внешнее описание, а качество волос, которое я получала, когда я пользовалась этим шампунем. Он просто волшебно промывает волосы, пышные, чистые, вкусно пахнет, то есть никакими там, я не знаю, цветочками, фруктами, вот просто приятный вкусный аромат дорогого шампуня. Мне очень понравился, и я бы с удовольствием им дальше пользовалась. Но я пользуюсь в Oriflame, нашла те шампуни, которые не хуже. Например, шампуни серии Botanicals, я бы вот сказала, что он близок к этому, потому что волосы получаются вот как раз такого же качества. Они пышные, они живые, они чистые, долго сохраняется чистота. Вот, поэтому у меня есть замена, но, честно говоря, если бы у меня не было Oriflame, я бы с удовольствием такой шампунь покупала. По-моему, повторяюсь. И краска. Краска для волос Oriflame. Я пользуюсь оттенком 9.0. Это светлый русый тон. Мне очень нравится краска. Вы знаете, я крашусь давно, учитывая, что у меня всегда было желание меняться, и изменить цвет волос — это самое простое, что можно сделать, чтобы вот быстро преобразиться или сделать новую стрижку. Поэтому я так много экспериментировала, пробовала разные варианты. Я покупала и очень дешевую краску, палет, например. Я уже не помню их названий, но палет я точно помню, у меня была в использовании. Я покупала дорогие профессиональные краски в салоне, в специальном салон, который работает для салонов красоты. Но, в общем-то, круто, и те краски, и те, мне все нравилось. В Oriflame чем мне нравится краска? Я вижу сразу эффект от нее. Мне нравятся вот волосы, они блестящие и живые. Мне нравится, что краска не вымывается. Потому что зачастую даже в дорогих красках, а это объясняется тем, что они менее, как сказать, аммиачные, то есть они более натуральные, но они очень быстро вымываются. Но я не увидела от нашей краски какого-то негативного эффекта. До этого я пользовалась темным оттенком, по-моему, 3.0, темный шоколадный. У меня всегда были настолько живые, красивые волосы, вот все восхищались, когда у меня был такой темный оттенок. Сейчас я крашусь светлым, и он вытравливает волосы, то есть высветляет его, и по идее он должен его портить, но волос не портится, то есть вот он живой. Я красилась, сейчас скажу точно, 16 мая, я 16 мая красилась, а сегодня 1 или 2, по-моему, 1 июня, честно говоря, в датах. Ну, в общем-то, вы понимаете, что прошло 2 недели, у меня краска не вымывается, волосы такие же живые, блестящие. Я очень люблю эту краску, она еще умная и отлично закрашивает седину, то есть она работает очень грамотно с волосами и седину прокрашивает, то, что нужно, она там высветляет. В общем-то, краска супер. Я несколько лет уже на этой краске, и менять бы не хотелось. Сразу 2 тюбика зубной пасты. Недавно такие отзывы хорошие получила о пасте. Именно не вот мой отзыв или отзыв моих клиентов, которые я все время тоже транслирую. У меня много клиентов именно покупают пасту Oriflame уже годами.
люди покупают, она бывает меняется, вот недавно как раз паста обновилась, а люди все продолжают покупать, очень нравится, и нравятся наши щеточки зубные. Так вот, недавно у нас в нашем чате официальные обозреватели одна из девушек выложила обзор, и она поделилась именно мнением зубного врача после того, как она ее познакомила с составом нашей пасты. Она сказала, что состав у нее очень хороший, и ей даже не нужно менять или покупать какие-то более дорогие в аптеках и так далее. Она сказала, что это отличные зубные пасты, и у них адекватная цена при таком составе. И, конечно, эта паста одобрена Ассоциацией шведских стоматологов. Кстати, очень люблю нашу пасту отбеливающую, потому что с ней такой сразу эффект заметный. Бывает, долго-долго не пользуюсь и вижу, что зубы стали желтые. А у меня с детства такая проблема, у меня всегда были очень желтые зубы, не знаю почему, может быть, вода у нас такая была плохая. И я сразу начинаю пользоваться пастой, буквально с первого раза уже эффект, а 2-3 дня, и они становятся прям такие белые. Я очень довольна, что у нас есть такая паста. Крем для рук закончился, его сейчас нет в производстве, кстати, очень жаль, это, наверное, как раз последний крем, который я успела заказать перед тем, как их сняли, использовала до конца. Этот крем очень жирный был, и он с глицерином, то есть он отлично задерживал влагу в коже, и мне нравилось его держать на кухне, потому что когда много готовишь, возишься в воде, кожа прям так вот стягивается вся, и надо что-то жирненькое, поэтому этот крем у меня был там в любимчиках, стоял. Мусс для душа, а вы заметили, что его нет в каталогах, и мне кажется, это не очень хорошо такой продукт убирать зря, потому что у меня его и клиенты любили, я сама его всегда заказывала, вот заканчивается, я беру другой. Я им не пользовалась на регулярной основе, потому что то гели для душа, то крем для душа, то скраб, ну все очень разное. Но когда я хотела вот просто вот насладиться, вот не просто искупаться ради того, чтобы искупаться, а я хотела искупаться, чтобы вот прям вот расслабиться, почувствовать себя уникальной, красивой, желанной, женственной, невероятной, воздушной, самой-самой-самой, то вот эта пена мусс, она делает вот такое чудо, ну это просто волшебство. Во-первых, аромат шикарный, во-вторых, вот эта пена, может быть, даже сейчас получится немножко, ну я ее до конца использовала, то есть начинаешь выдавливать одно нажатие, и она раздувается как плотный пенный шар, густой, и вот такой вот шарик небольшой его хватает, чтобы вот все тело окутать пеной и вот в этом аромате находиться. И, конечно, кожа потом такая мягкая, чистая, мягкая, нет такого, чтобы вот до скрипа, но она увлажненная, то есть я всегда ощущала, что кожа уже такая стала мягенькая и очень красивая. Кусочек мыла, кстати, когда я открыла это мыло с огурцом и, а что здесь второй какой у нас здесь продукт, зеленый чай и огурец, я сразу заказала второй кусочек, хотя и цена была тогда высокая, у меня запасы мыла есть, в принципе, у меня нет потребности срочно покупать мыло, мне настолько оно понравилось, такой круглый хороший кусочек, такая пенка мягкая, нежная, хорошо отмывает и круглый, классный, как кусочек огурца, очень понравилось. Так, много здесь пакетиков, давайте посмотрим сразу. Маска для волос с авокадо, кстати, вот эти маски в пакетиках мне хватает на два раза, хотя у меня волосы густые и достаточно длинные, уже ниже талии, и дочка у меня тоже пользуется, одного пакетика даже много, потому что ее здесь 30 миллилитров, и я делю сразу, так расправляю, делю напополам, половинку использую, половинку в следующий раз. Волшебная маска, она крутая не только тем, что волосы становятся после нее такие качественные, сейчас выключу звук телефона, кто-то шлет, не только из-за того, что волос классный, аромат классный, вот именно эта маска похожа на маску из краски, вот здесь в краске невероятная маска, которая делает с волосами какое-то чудо, они просто становятся как вот другие волосы, и несколько дней вот эта
держится эффект, даже после мытья еще остается. И вот эта маска такая же классная. А это патчи. Я вам как-нибудь покажу патчи. Я стала их собирать, то есть я их использую. Кстати, сегодня утром делала. Я встала такая опухшая, отекшая, страх просто. Я сразу новый пакетик открыла, приклеила патч, походила и стала человеком. Я их стала собирать, и у меня уже там вот такая стопка. Я вам как-нибудь покажу или фотку сделаю, выложу в чат. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Женский мир глазами Лилии Донсковой». Пишу там не часто, но иногда что-то пишу. И вот выложу там эту фотку с патчами. Сами увидите, какая у меня гора. Мне они так нравятся, они очень классные. Крем для интимной гигиены. Хотела сказать гель, но именно этот желтенький — это крем, и он рекомендуется взрослым женщинам в период менопаузы. У меня пока это нет проблемы, но слушайте, он такой мягкий, нежный, им приятно пользоваться, с удовольствием прям использую этот флакончик. Сейчас достала зелененькую успокаивающую, поставила, потому что она у меня любимая. Но вот этот продукт, он прям классный, все время пользуемся всей семьей, и Лера, и Миша, и очень довольны. Шампунь против перхоти. Недавно мне Лера как-то, ну как-то не то что недавно, но вот как-то говорит: мама, у меня у собаки перхоть. Я такая: в смысле перхоть? Он говорит: правда, перхоть. И стали смотреть, шерстку раздвигаем, а там прям вот как у людей перхоть. И я ей дала этот шампунь, она помыла несколько раз собаку, перхоть прошла. Потом сами доиспользовали. Так что работает очень хорошо, можете смело всем рекомендовать. Гигант один закончился. Кстати, я так рада, что он закончился, потому что он, ну, просто мятный, вот пахнет обычно как мятка пахнет. А у нас новый вышел, сейчас скажу, ананас и имбирь, по-моему, да? Так вкусно пахнет, и я так хотела быстрее его выставить, а тут этот надо было использовать. В общем-то, дезодорант для ног у нас в семье, по крайней мере у меня, всегда в использовании, я им брызгаю на ноги, потому что он классно помогает. Да, я даже не говорю, что запахи неприятные от натираний, от отеков, вот чтобы ноги не оттекали, чтобы они себя комфортно чувствовали. Вот этот дезодорант, кстати, очень круто помогает. Если не знали, то ставьте быстрее лайк этому видео. Скраб — один из моих любимчиков. Конечно, на первом месте стоит Swedish Spa, но он такой дорогущий, и его там так мало, я его очень быстро использую всегда. А этот скраб 200 миллилитров, но у него такой маленький расход, и он как вот, знаете, засахаренный мед. Я все время беру вот немножко этого скраба, начинаю массироваться, так приятно, он пахнет вкусно. Мне в принципе серия Milk and Honey, мед и молоко, очень нравится. И скраб у меня в любимчиках, у меня, кстати, в запасе он всегда есть. И клиенты некоторые уже знают, такие: а мед и молоко есть скрабик? И я говорю: так, посмотрю, когда он будет в каталоге, а то, может, я тебе сейчас отдам последний, а у меня не будет, поэтому не знаю, отдам или нет. Так, это дочка отдала. Я, конечно, тоже люблю шампунь Elliot, кстати, еще прошлая серия. Кстати, заметила, что мы быстрее использовали новый флакон, уже я его в пустые баночки отдавала, а этот в тюбике, это старая коллекция. И, кстати, с дозатором гораздо удобнее, чем вот отковыривать вот эту крышку. Я очень рада, что поменяли дизайн, серия дорогая, люксовая, пусть уж она будет вот, ну, просто максимально красивая во всем и удобная. Элио мне очень нравится, но в основном всегда дочка такая: мама, Элио. И она его к себе на полочку, а я, знаете, у меня больше Бьютаниклс идет и против выпадения. Вот у меня сейчас два любимых продукта, которые постоянно перезаказываю, иногда беру. Шампунь Климат Контроль мне нравится, зимой я им прям пользовалась, очень хороший. Серия Оптимус, кто узнает флакончики, вот они были еще не так давно вот такими цветными, сейчас в серии Optimus очищение, все в одном стиле, и оно подходит подо все серии. Там есть вариации, ну, в общем, для более сухой кожи и для более жирной. Что хочу сказать, я даже сама им попользовалась немножко, хорошее средство, хорошо очищает, приятное, не, как бы, ну, нет неприятных ощущений, чистая, классная кожа. Я в любом случае, каким бы я очищением не пользовалась, пусть это будет хоть гидрофильное масло, Novage гель-тоник или любое другое, все равно всегда кремом потом
пользуюсь, я не могу оставить кожу не увлажненной, чтобы там не работали помощники, которые сохраняют молодость и убирают морщинки. Смотрите-ка, что парочка. Знаете, это было не специально, но так получилось, что они закончились в один месяц. Крем для душа, это клюквенное блаженство, и крем для тела. Слушайте, ну он действительно блаженство. Я, кстати, брала себе запас, у меня выпросили, можно еще заказать, иногда появляется в каталоге по распродаже вот эта серия, очень понравилась. Как-нибудь повторю, крем для душа, это у кого сухая кожа, чтобы сразу купаться и кожу увлажнять. Но вот это божественный просто крем, я его экономила. Мне Лера говорит: мама, а я-то могу им пользоваться? Я говорю: так хватит, я тебе дала, он тот пользуйся. А я ей, знаете, какой давала крем последний раз? Eclat Weekend, тоже очень очень классный, парфюмированный, дорогой, крутецкий, но мне так вот это понравилось по вкусу и по качеству, хороший крем. Так, это мой стал мини, но на самом деле это большой крем, я просто его разрезала, с сиренью, и серия Woman's Collection, он вышел прям к аромату с белой сиренью. Я взяла несколько флакончиков, они были, мне кажется, как-то эксклюзивные, потому что больше я их в каталоге не вижу. Я продала, наверное, 2 или 3, а потом я поняла, что это эксклюзив, и когда я открыла и попробовала, я решила, что я никому продавать не буду. У меня 2 лежат, я сейчас их открою, буду по очереди пользоваться. Очень вкусно, очень классно. Если где-то будет в распродаже, вот закажите. Если вы любите аромат сирени, то вам очень понравится. Следующий продукт — это витамины. Кто-то меня в прошлый раз ругал: а где витамины? Вы знаете, я пропустила, я, наверное, месяца полтора или даже два, мне кажется, я так долго не пила витамины. Что со мной произошло? Я, честно, вот когда пьешь регулярно, эффекта не видишь, думаешь: да я такая, это нормальное мое состояние, да ладно витамины, ну что там. Ребята, слушайте, я просто, я даже сегодня в чате написала, когда там подняли тему про wellness, начали вот писать, и я написала: вы не представляете, я пропустила 1,5 или 2 месяца, я стала себя чувствовать, как будто я в вечном сне, то есть я просыпаюсь утром, как будто бы я и не проснулась, и весь день такой вот на автопилоте просто идет, и как-то вот себя чувствовала очень некомфортно. А мне Миша говорит: а ты что витамин не пьешь? Я экономлю, они же дорогие стали, там типа я их берегу на случай, если вдруг стало себя плохо чувствовать, надо пить. Но обычно я это связываю с простудными заболеваниями, если вот чувствуешь, что заболеваешь, то надо прям ударную дозу этих витаминов, и сразу эффект есть. А тут я стала себя так чувствовать нехорошо, сейчас вернулась, начала пить каждый день, еще и кальций баночку открыла, и вот видите, я прямо жила, я себя чувствую гораздо лучше, вообще вернулась Донского на место. Так, а это вот кальций один закончилась, сразу второй открыла. У меня почему-то, у меня сустав беспокоит один, не нравится мне его состояние, я решила прям кальций пить. Кальций хорошо работает, и он не просто кальций, морской кальций с витамином D. Почитайте про него, у него состав классный. И я, знаете, когда его оценила, вот пока жареный петух не клюнет, да, как говорится, мы и не реагируем. А я когда оценила, у меня в прошлом летом начали болеть ноги, знаете, вот в этом месте, вот где сгибается ступня. Я утром вставала, и я не могла идти, то есть мне надо было сделать несколько шагов из серии вот так вот просто с криком, больно. Я начала пить кальций, у меня прям за 2 недели все прошло, и не возвращается эта проблема. Очень меня это радует, что ступни нормальные, ничего не беспокоит. Сейчас сустав, я посмотрю, уйдет это или нет, потому что я когда долго хожу, у меня он начинает болеть. А мы же любим с Мишей погулять, мы бывает вечером выйдем, минимум 7000 шагов, так приходим 10-12 тысяч шагов, это медленным шагом, то есть мы просто гуляем, и мне нужны мои ноги, чтобы они меня долго-долго носили и служили мне. Так, крем ночной Ultimate Lift, я люблю 2 серии из раздела Novage, или экологен я беру, или Ultimate Lift. Вот в чем разница: экологен зелененькая, она работает над морщинками мелкими, мимическими, то есть вы видите, у меня нет такой мимики выраженной, как вот, а мне 48 лет все-таки, на всякий случай, если кто-то не знает.
А Ultimate Lift, она работает вот с овалом, у кого плывет, вот появляется вот тут вот провисы, вот тут начинают щечки подвисать. Это разные типы старения. Гравитационный, да, у меня вот, как он называется, усталое лицо, когда вот носогубки появляются в первую очередь. Так вот, я беру эту серию периодически. Она получается чуть-чуть подороже, чем коллаген, но она мне очень нравится, и она работает именно над подтяжкой. Сейчас у меня там сыворотка осталась, а до этого был как раз крем. Крем закончился дневной, и крем для кожи вокруг глаз. То есть я потихонечку просто заменила одни на другие, и сейчас у меня закончилась сыворотка, даже крышку потеряла, коллаген, и я старалась, у меня был этот ночной крем, и сыворотку я на ночь делала эту Ultimate Lift, а утром я делала эту сыворотку и дневной крем и коллаген. То есть чтобы хотя бы они в паре друг друга больше усиливали. И это очень важно, если вы берете вот из серии какой-то один продукт, то вот те заявленные спецэффекты, которые мы ждем от этой серии, они не будут в полной мере. То есть если вы хотите действительно убрать мимику, подтянуть овал, вот этот контур лица, то надо взять целиком серию, прям вот вложиться, 4-5 месяцев, в зависимости от того, как вы расходуете. Я просто очень много расходую, у меня прям на 4 месяца крема даже не хватает. Я засекала, ну, 3,5-3 иногда, я прям так густо беру. Так, здесь у меня закончился ретинол. Я, кстати, вижу фотографии, девчонки выкладывают до и после, а я не сделала, вот зря не сделала, но может быть на следующей баночке сделаю, потому что я уже новую баночку купила. Ну, в любом случае кожа-то в хорошем состоянии, значит работает. Но есть какая фишка, я не пользовалась регулярно, то есть я сделаю 2 дня, потом на 2 недели забуду. У меня он очень долго был, кстати, прям затянула. А надо это делать все быстро и сразу. И у нас осталось 3 последних продукта, вот и крышечка от сыворотки. У меня наконец-то, как ни странно, наконец-то закончилось масло для кутикулы. Оно было больше года, то есть вот так мы смазываем кисточкой кутикулу и ноготь. Оно волшебное. Если вы не пробовали, я вот прям вам рекомендую. Это одно из лучших продуктов, один из лучших продуктов для ногтей, для вот ухода за вот этой кутикулой, которую я пробовала. Это вот всегда ухоженный вид ноготочков, всегда они классные, меньше растет эта кутикула. У меня она просто очень сильно растет, она меня достает просто этим. Конечно, удобный формат, но я не думала, что его так надолго хватит. Я думаю, ну 2-3 месяца, а я регулярно просто пользуюсь, он у меня лежит всегда на столе, и я слушаю вебинары какие-то, что-то делаю, и я всегда им мажу. И 2 туши. Кстати, зря я вот эту тушь выкинула, я ее верну к себе в эти, на обзоре показывать, потому что я ее поискала, думаю, так, а где моя тушь? Это гипнотик, она, кстати, будет в 8-м каталоге по мега скидки, обязательно возьмите эту тушь, она прям 200 с хвостиком, 249 что-ли, рублей. Классная тушь, 5 в одном моя любимая, но если вот не будет 5 в одном, то я буду вот этой пользоваться, потому что они обе очень классные, у них удобнейшие кисти, классная консистенция, что вот сразу реснички прям вытягивает, выкладывает веером их, и они становятся красивые и супер выразительный взгляд. Фух, вот такой вот обзор. Кстати, я думаю, что кто особенно новенький, если вы смотрите такие видео, то вы много возьмете полезного, что заказывать, что не стоит там, что особенно крутое. Ну вот есть некоторые продукты, которые уже нельзя заказать, ну и что, может быть, в распродаже появится. Если видео полезное, поставьте обязательно пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, я стараюсь побольше давать полезного и не перегружать вас информацией. Если у вас есть свои какие-то отзывы о продукте, например, а вам он вообще не понравился, или я мало рассказала, а у вас там мощные впечатления, пишите обязательно в комментариях, люди читают, это очень полезно. Даже если они не пишут ничего, то многие мне в личку пишут: Лиля, спасибо, там видео класс, а какие крутые комментарии, я там благодаря этому себе правильную покупку сделала, очень довольна. Ребят, ну это важно же, но если не вы, то кто? Всего вам доброго и до новых встреч, пока-пока.